Сегодня в торжественной обстановке глава Карачаево-Черкесии вручил 13 новоселам микрорайона «Северный» ключи от новых квартир. Люди получили квартиры в рамках республиканской программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Подробности у Альбины Курочиновой-Кенжевой. В совсем юном районе Черкесска, в микрорайоне «Северный», сегодня в столетии республики появились первые жильцы. Глава Карачаево-Черкесии поздравил и торжественно вручил ключи семьям, которые с нетерпением ждали этого часа. На самом деле еще очень много предстоит сделать здесь. И поверьте, что в ближайшее время этот микрорайон станет одним из самых современных и самых, понятно, молодых в нашей республике, в нашем городе. И уверен, что здесь будут созданы все условия для комфортного и качественного, для комфортной и качественной жизни. Я хочу вас всех искренне поздравить с таким мероприятием. Хочу пожелать каждому дому, каждому новоселу, хочу пожелать крепкого здоровья, чтобы здесь как можно больше рождалось детишек. Ребята читали стихи и пели песни, после чего все отправились смотреть свои новые квартиры. Все квартиры сданы под ключ, установлены ванна, раковины. В каждой просторной кухне имеется электрическая печь. Тут открывается прекрасный вид из светлой застекленной лоджии на Кавказский хребет и вся панорама города как на ладони. Татьяна Дуева ждала около 15 лет этого момента. Свою прежнюю квартирку в 13 квадратов и вспоминать не хочет. А в новой, как обустроить по своему вкусу, будет встречать с радостью близких и друзей. Все это было торжественно. Хочу поблагодарить администрацию Рашида Борисбеевича, что откликнулись на наше ветхое жилье, что нам такое предоставили, что мы, наверное, во сне нам не снилось. Так что хочу поблагодарить всех, всем здоровья. Люди получили одну, двух и трехкомнатные квартиры в рамках республиканской программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. В микрорайоне построены школы, детский сад, медучреждения. Глава республики говорит, предстоит еще очень многое сделать для комфортного проживания людей. А до конца этого года планируется заселить еще больше жильцов. Альбина Курочинова-Кенжева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.